Самое максимально доступное разрешение для видеосъемки составляет 1080p, то есть Full HD. Максимум это 30 кадров в секунду. Вот. Самое печальное, что телефон может снимать видео замедленные со скоростью 120 кадров в секунду, но в разрешении CIF. Это меньше даже, чем VGA. То есть это еще ниже, чем 480p. Так-то. Собственно, динамическая фокусировка здесь должна быть. Вот она есть. Ну-ка. Стереозвук тоже должен присутствовать, потому что микрофона два. Так, собственно, замедленная съемка будет чуть позже.